У нас здесь 21-24, здесь это в Екатеринбурге, здесь. Друзья, приветствую вас в Екатеринбурге 21-25. Давно не виделись, здравствуйте, люди. Мы на Кубке Урала, Men's Physique выступили, качки выступили, классики выступили, ветераны, юниоры выступили. Выставка уже практически уже разобралась. Ригерт здесь, Симкин здесь, Селиверстов приехал, Ксюха Ишанькина тоже тут. Ригерт зала снимает, я тоже пойду в зал поснимаю. Девашек. Или на вопросы поотвечаем. Давайте девушек, а потом на вопросы поотвечаем. Переключаюсь. Та-дам! Ригерта я видел, он тут где-то тоже тут. Много красивых девушек. Спасибо, дамы, пожалуйста, проходите за кулисы. Вердикт вы узнаете позже. Пожалуйста, проходите за кулисы. Решение принято. Пока плохо показывает. Сейчас девушек показывают. Следующая спорная ситуация. Ряда. Категория 269 сантиметров. Первого ряда. Четыре участницы понимают, что все сложно, не готовы, хорошо. То есть мы начинаем с категории 160, пятнашку, правильно? Турнир, 15 человек, категория... Дамы судьи, господа судьи, мы судим категорию 160 сантиметров. 160 сантиметров. Сейчас я куда-нибудь пристроюсь. По одной приглашаю девушек. Сами Львович снимается, можно будет на канале посмотреть. Фотографы тоже работают у нас. Люди здесь, экраны тут. Ребята, темпо. Я вообще не видел. Давайте быстренько приглашаем на темп. 160 сантиметров роста. Судим категорию 15. Я нормально. Народу привет. Окей. Номер 120. Из города Уфа. Пожалуйста, старт. Тренируется в клубе Алекс Липнес. Челанская Юлия. 4 поворота и линия. Следующая участница. Коновалова Юлия, номер 125. Прошу на сцену. Ставьте лайк. Следующая участница, номер 125. Коновалова Юлия, культура физика, Екатеринбург. 4 поворота и линия. В Екатеринбурге пару лет. Следующая участница, номер 130. Енила Алена. Смотрите. Слава, Ригерт рядом. Он у нас на первом. Город на первом Петропавловск. Енила Алена. Лучший вид. Номер 130, пожалуйста. Зал открываем на Юлия, занимайте место в линии. Юлия. Спасибо. Номер 130. Енила Алена из Петропавловска. Номер 142, я вас приглашаю. Рубен Мария. Штамп. Мал Югра. Привет. Екатерина, становитесь завтра рядом за ручку. До 8, где-то до полдевятого максимум. Номер 142, пожалуйста. На открытии приезжайте обязательно. Иначе мы 12. Открытие будет клево. Номер 143, пожалуйста, приготовьтесь выходить на сцену. 4 поворотные линии. Привет. Девушки, качки, но не сильно качки, так. Красоточки. Нам сделали помост. Сегодня уже Ригерт сделал жим-шунг 170. И одной рукой порвал 90. Мария, из Казахстана есть. Номер 143. Сыновья тренят. А это Калина. Екатеринбург, клуб Арджет. Ну, все напишу обязательно. Следующий участница номер 143, пожалуйста. Шиновникова Анна. Прямой трансляции не ведем. Какой смысл покупать билеты в зал? Номер 147. Город Солидарность, Юсупова Полина. Российска. Бикини 15 человек. Спасибо. Здорово. В линию, пожалуйста. 15 лучших участниц. Номер 147. Юсупова Полина. 15 участниц категории фитнес бикини 162 сантиметра. Всего участников было. Пол Джим, Чао Юрия, Кухмина Елизавета, тренер Кустюкова Александра. Номер 148. Организация нормально. Нормальная организация. Эту девушку мы видели. Номер 149, пожалуйста, появляйтесь. Номер
Надежды Тушмановой. Вот именно так мы и запомнили. Мероприятие будет длиться, наверное, еще час. Александра, пожалуйста, линию. Физиков я, честно говоря, фамилии не запомнил, ну, смотрел. 151. Смотрел. Приглашаю на сцену. Джим Холл, Пейфона Фантом Тривер. Номер 151, пожалуйста, появляйтесь. Екатеринбург. Победительница Любительской Олимпии. Екатеринбург, Уральской федеральной области. Спортсмена. Номер 153. Приглашаю на сцену, пожалуйста. Воробьева Наталья, тренируется под руководством Макаренко Дмитрия. Номер 153. Это только первая категория. 154, пожалуйста, появляйтесь. Да. Всего 4 категории. Пестница из клуба «Бенефит» Екатеринбург, тренируется под руководством Балмышева. Ромянцева Александра, номер 154. Номер 195, девушка, которая показывает, где стоять, она тренируется. Мастер спорта международного класса. В Санкт-Петербурге будет Алекс Фитнес, под руководством Анастасии Гончаровой. И Багаева Сергея, Челкова. Я болею за то, чтобы завтра все было хорошо. Жена поехала на улицу. Номер 233, пожалуйста, проходите на сцену. Представительница пермской команды, занимается под руководством Лунева и Лисярина. Придет в региональные соревнования, получится Татьяна, номер 233. Она будет завтра. Как передает айфон, так и есть. Номер 264, прошу вас, появляйтесь на сцене. Номер 264, пожалуйста. Номер 264, умоляю вас, выходите на сцену. Представительница Перми, внимательно руководство Холмышева и Зеленкина. Цапкина Надежда, номер 264. Спасибо, проходите, пожалуйста, в линию. Первая четверка. Господа судьи, готовьтесь к сравнению лидеров. Номер 120, 25, 130, 142, 143. Девушки, пожалуйста, выходите в первую линию. Номер 120, следующий номер 125, номер 130, 142, 143. Номер 125, а номер 130, надо поменять места. Господа судьи, пожалуйста, первое сравнение. Готовьте записку с лидерами. Поворот направо. Спасибо, поворот спиной. Любимый поворот. Покажите ваши спины, пожалуйста. Нужно убрать волосы. Покажите спины. Поворот направо. Лицом, пожалуйста. Спасибо, возвращайтесь на диагональ. Номер 144, 147, 148, 149, 151. Пожалуйста. Ну что, нравится? Как вам мероприятие? Не, это кубок у меня будет, кубок завтра. Поворот спиной. Благодарю вас, возвращайтесь в линию. Следующая пятерка выходит на центр. Следующая пятерка, пожалуйста, подойдите на центр сцены.
народу много, полный зал. Жена поехала поужинать. А так всем все нравится. Фронтальная позиция. Всем все нравится. Поворот. А если направо перевернуть? Так лучше? Или не очень? Спасибо. Поворот спиной судим. То есть так можно смотреть. Покажите, пожалуйста, вашу спину. Уберите волосы. Спасибо. Поворот направо. Спасибо. Поворот лицом к судьям. А где лайки? Фронтально. Что-то лайки-то перестали ставить. Одна рука на талии, одна рука все время на талии. Спасибо. Возвращайтесь на диагональ. Мы ждем обобщенное сравнение судей. Не приехал. Что, надо поближе подойти. Сейчас пойду найду место получше. Прыгунов не приехал. Приехал Селиверстов. Гусев прилетает скоро. Ригерт уже здесь. Аркадий Величко. Кулаев завтра будет. Катя Усманова. У нас будет много хороших спортсменов. Красивых. Достойных. Ой, я там тень создаю. Завтра, конечно, буду. Обобщенное сравнение. Номер 130. Прошу выйти вперед. Номер 151. За судейским столиком. Самые блатные места. 154, прошу прощения. 153, пожалуйста, возвращайтесь в линию. 154, выходит 153, возвращайтесь. Прошу прощения. Номер 195. И номер 264. Первое сравнение. Фронтальная позиция. Поворот направо. Курган есть. Завтра билет стоит 1000 рублей. И семинары, и соревнования. Поворот направо. Фронтальная. Я Сережу Дуря не позвал. Чаще выходить вперед. Просьба поменять участие. Ну что, кто выиграл? Фиолетовым, в красном. Следующий указание судьи включайте. Пожалуйста, девушка, прыгайте. Екатерина вам подскажет. Сколько у нас ябдулов? Поставьте лайк. Ябдулы, ставьте лайк. Спасибо. Есть ябдулы? В дутике. Поворот спиной к судьям. Поворот направо. Завтра буду вести мероприятие. Завтра организатор. Спасибо. Екатерина, нам нужно вывести девушек за. Девочка в юбке, чемпионка в юбке. Пожалуйста, смещайтесь, следуйте указания. Семинары будут в 10. На
номер 120. 10, 11, 8, 12, 7 верстов в час, 2 пресс-конференция, 3 автограф-сессии, их 4 начала. Номер 153 и номер 233. Ну что, друзья, пойдем в коридор, пообщаемся. Здесь вы уже все видели. Призовые, какие-то денежки, какие-то медальки, какие-то. О, на экране батарейка села, смотри. Поворот спиной к судье. Как у вас-то дела? Здорово, народ. Давно не виделись, не слышались, не выходил давно. Перископ был занят. Открываем клуб. И поэтому занят открытием клуба больше. Сидим, едим, приятного аппетита. Смотрите, что тут у нас. Здравствуйте. Можно сзади посмотреть? По просьбам зрителей. Здорово, народ. У вас дождь, а у нас хорошая погода. У нас прям погода отличная. Где можно поесть здесь? Да можно просто ходить по стенду и пробовать разные шоколадки, пить бесплатный протеин. А есть кафешка, в котором есть классная лапша. Можно прям пожрать. Да, я думаю, глумятся. Что там? Рига, привет. В Эй-парке зал классный. А еще есть здесь разгон. У нас Леха подсел на разгон, ездит туда. Здрасте, здрасте, здрасте. Смотрите по мосту. Та-дам! Шикарнейший. Офигеннейший. Риггер сегодня здесь 170 уже поднял. Сделал жимшмунг и бросил со всей дури штангу в пол и по мосту. Он гасит удар. Он прям Костя в Перми сделал роскошнейший помост. Или в Пензе. В Пензе. В Пензе. Костя в Пензе. Спортпит у Усмановой не знаю, не пробовал, сказать нечего. Не знаю, что сказать. Ну что, я, наверное, знаю, если пойду, что-нибудь подниму, что-нибудь подтянусь. А завтра выйду, еще разочек выйду. В отпуск не скоро, потому что сейчас открытием зала занимаемся. Фитрекс. Фитрекс, хорошо. Завтра ТА будет. ТА будет. А Кубок РБ, это что, я не знаю, как продукция. Фитрекс хороший. Хорош, качественно, можно, жрать можно. Смотрите, у нас это каждый день. Целый день. Проводил соревнования, подтягивания сделали 38. Тягу с расширителями сделали 150. А бёрпи сделали в минуту 36. Нет, вру, 34, по-моему. 34. Что еще интересного? Подтягивание трастер с половиной собственного веса сделали на 38 повторений. Лучший результат. Вова Комской, здорово. Привет, привет. Я из, ну, Екатеринбурга, можно сказать. 38 подтянулся Виталий Еремеев из клуба Powerhouse Gym. Из Powerhouse Gym Карнавал. Здорово, Дир 21. Ну что, пацаны, я, короче, пошел я чайку попью. Всем спасибо, всем добра, любви, счастья и всего самого наилучшего. Завтра приходите. Завтра будет интересно. Всем пока.